В бассейне «Водник» в Архангельске утонул мужчина. Возбуждено уголовное дело. Все случилось еще в понедельник вечером. Как стало известно региону 29, погибший страдал гипертонией. Но его родственники считают, что сотрудники бассейна не своевременно оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах инцидента разбирается следком. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников бассейна. Руководство учреждения от комментариев для нашего телеканала отказалось.